Всем привет! Добро пожаловать обратно в челленджи Sims 4. Это новый челлендж, который вырос из старого, точнее, это продолжение семьи на мели, и у нас новая семья, можно сказать, семья, пока они не семья, но, возможно, все-таки в какой-то момент ею станут официально. В общем, это наша Пайпер, она старшая дочка предыдущей нашей семейки Сэмми и Темина. То есть она у нас выросла, она теперь уже подросток, и сказала своим родителям о том, что... ребята, вы слишком расплодились, я от вас подустала, и вообще так хорошо было жить в квартире, когда еще не было кучи народу, ветеринарной клиники и всего прочего. В общем, я хочу пожить отдельно. Ее родители сказали, что если хочешь, то живи отдельно, мы тебе препятствовать не будем, мы сами выгреблись из такой же ситуации, мы сами справились, я думаю, и ты сможешь. И у нее есть молодой человек, с которым они, они стали молодыми людьми друг для друга, они стали парой, но с учетом того, что они подростки, понятное дело, что они не могут пожениться, да, они еще в принципе, не хотят. Это наш Лори, он парень Пайпер, и... Он, в принципе, вписался в эту историю, потому что у него гиперопекающая мама, которая, он был поздним ребенком, в общем, она уже достаточно такая в возрасте, и слишком его прям сдувает пылинки, он все-таки хочет как-то тоже что-то в жизни достичь, как-то без нее что-то сделать, и он решил поддержать свою девушку. И они нашли вот этот заброшенный участок возле железнодорожного вокзала, тут типа железнодорожный тупик, видите, здесь поезд у нас есть, какие-то контейнеры, бардак какой-то. И главное, что здесь есть контейнер, в котором, в принципе, можно жить, собственно говоря, чем они и будут заниматься. Так, переходим в режим жизни. У нас сейчас ночь, как вы видите. Вот они как сбежали, так и сбежали. У нас этот контейнер будет жилым. Вот это нежилые контейнеры. В принципе, если вы видели последнюю серию «Семьи на мели», вы, я думаю, догадались, куда я клоню, к чему я вас склоняю, к тому, что вот у нас теперь сбежавшие подростки. Но я не буду по классическим правилам их делать, потому что, если вы не первый мой челлендж смотрите, я, в принципе, не люблю стандартные правила, я всегда их либо усложняю, либо немножко переделываю. В общем, сбежавшие подростки, насколько я помню, не должны ходить в школу, а должны как-то обеспечивать себя сами, просто чисто работать, и как-то вот существовать в этом всем мире. У нас же все-таки подростки не то, что должны ходить в школу, они должны очень хорошо учиться, то есть обязательно должны быть отличниками. Наша Пайпер, она уже отличница, Лори у нас троечник, то есть он должен подтянуть себя для того, чтобы впоследствии пойти в университет. Скорее всего, они оба пойдут на юридический. Я очень хочу, чтобы, по крайней мере, Лори мечтает быть юристом, каким-нибудь таким, клерком юридическим, может, нотариусом. А наша Пайпер подумывает о том, чтобы стать полицейским. Насколько я помню, нам нужно... это одна специальность, но для того, чтобы поступить на престижную специальность, а это, скорее всего, престижная специальность, я немножко позже разузнаю это все дело, нужно прокачать определенные навыки, нужно быть отличником для того, чтобы, это все осуществить. Вот. Денег у них, как видите, ноль. Вообще ноль. И они по моим правилам, могут рыться, во-первых, в мусорке, и то, что они оттуда будут доставать. Я изначально думала о том, чтобы не продавать ничего, а все восстанавливать и ставить это в наш дом. Отчасти, возможно, есть какие-то объекты, которые вообще никак, нигде и ни зачем. Но эта идея у меня пока что есть. Я в раздумьях, если честно, по этому поводу. По другому правилу они не могут, опять-таки, рисовать, писать книги. Это то, чем можно очень быстро заработать, Очень быстро раскачать навык, это будет слишком просто. И сажать тоже растения они смогут только те, которые они нашли. То есть не купили, а нашли. Вот. Покупать продукты они могут. Например, в деревеньку в нашу ездить, покупать молоко, какие-то, продукты они могут. Потому что у них, кстати, здесь пустой холодильник, а еще у них тут без удобств. Как вы понимаете, я любитель жести. И, в принципе, предыдущий челлендж я тоже закончила, потому что, у них все отлично. Классно. У них куча денег, классный дом, классная семья, все отлично.
Никакой жести больше, неинтересно. Так что мы будем хардкорить именно здесь, продолжать. Мне показалось, это хорошая идея. Надеюсь, вам тоже понравится продолжение. Очень сильно надеюсь, если что, говорите. Если вам вообще не нравится. Ой, я, кстати, вот эту штуку неправильно поставила. Надо было наоборот. Ну, да, ладно. В общем, у нас сейчас суббота, ночь глубокая. У нас, кстати, тепло, у нас весна, не может не радовать. Вот. Сейчас мы будем потихоньку, я еще какие-то условия там придумала, я буду их потихоньку озвучивать. Вообще посмотрим. Немножко это все сумбурно у меня получилось, но я не могу. Я хочу приступить к этому челленджу, у меня прямо в руки чешутся. А еще то, что они оба в черных толстовках, это случайно произошло. Я и так и не поняла, почему. Наша Пайпер была в другой одежде, я вот решила что-то такое более простенькое на нее одеть. Типа она сбежавшая в таких условиях живет. Так, ладно, меньше болтовни, больше дела. Он, кстати, у нас в хорошем настроении. Обмен кольцами, чистота и порядок. Отлично. Здесь прям чистая обстановка. Нам, кстати, надо что-то еще с мерами делать, чтобы наш район был чистый и красивый. Я этого никогда не делала. Я, когда только вышла эко-жизнь, я никак не обозревала на канале, не принимала никакие вот эти вот меры. Я что-то вообще не знаю, как это работает. Я что-то там когда-то пыталась сделать, но целенаправленно что-то делать я не делала. Потому что, как видите, у нас тут на самом деле все печальненько. Надо восстанавливать район. Вот, сказала я, что меньше слов, больше дела, и опять трындеть начинаю. Так, но, как вы понимаете, наш контейнер абсолютно пуст. То есть я предполагаю, что они будут здесь жить, но надо хотя бы дверь в этот контейнер. Им нужно где-то спать, им нужно где-то ходить в туалет, им нужно что-то есть. У нас, кстати, видите, как тут бардачок такой. Мне кажется, очень колоритное место. Завтра увидимся, в смысле, когда настанет утро, будет иначе смотреться. Вот, в общем, сейчас я, на самом деле, пошарюсь у них в... Где у них? О, вот тут. Во-первых, нам нужно загрузить нашу мусорку. У нас, кстати, я не заметила, что здесь... Да, бусинка, ты хочешь спать? Вот здесь у нас есть. Давайте его сразу отправим, дурачиться. Лениво трем... А, у нас еще этот... Нет ничего. Угу. Он у нас ленивый. Вот в чем небольшая проблема. У нас тут ракушки есть. Вот я бы ракушки, конечно, оставила, если честно. Они как бы воспоминания старой жизни. Так, наушнички у нас есть. Вот, у нас есть игрушки. Вот игрушки можно, кстати, продать. Вот этого он не очень дорогой. Давайте тоже оставим как воспоминание. Так. Ну, на дверь и одно окно нам хватит. Нам нужна еще на кровать. Детская скрипка. Вот, детскую скрипку мы тоже продадим. Вот, еще у нас есть роза. Это нам Лори как раз-таки подарил. Точнее, Пайпер подарил. И давайте ее сразу посадим. Где-нибудь здесь надо найти местечечко. Вообще, она сможет здесь посадить, как вы думаете? Посадить. Она прям вот в каменюках будет, интересно. Так. Слушайте, ну у нас 300, целых 300 симолеонов. О, искать. Поищи, пожалуйста. Может, мы сейчас вообще что-то накопаем? Она, конечно, уставшая. Лори, правда, выспавшаяся, а Пайпер очень хочет спать. Она устала. Ну, пойди посади розочку. Сейчас мы немножечко разживимся, поживимся денежкой. Может, нам какую-нибудь кроватку? Ну, короче, наверное, мы будем оставлять те предметы интерьера, которые как бы нам хоть... Да. О, давайте. Хоть немного нам подходят. А те, которые там, например, джакузи. Зачем нам джакузи? Ну ничего, а ты нашел что-то, что-то. Ага, вторсырьё, отлично. Ну такое себе. Чё ты хочешь с ним пообщаться? Вообще-то он должен копаться в мусорке. Я понимаю. А, все, да? Ясно. Итого у нас... У нас, кстати, есть, мне кажется, очень много... А вот. У нас нет много. Это у нас новая семья, и у нас нету много по переработке. Ну что, здесь ничего не появилось? Ничего не появилось. Печалька. Ладно, сейчас я перейду в режим строительства, придумаю что-то на 300 миллионов и будем как-то думать дальше, что с этим всем делать. Итак, доброе утро. Вот так вот наш участок выглядит в дневное время суток. Все-таки вечером все немножечко иначе. А кто это к нам идет, а? Барышня, что это такое? Ты кто? Ты кто? С книжечкой какая-то. Мне прямо интересно стало. А, это у нас место для тусовок какое-то там. В общем, одно из свойств участка такое. В общем, вот так вот это все выглядит днем. Не так уж печально, как вечером. Вечером все равно как-то по-другому все смотрится. И вот наш контейнер на 300 симолеонов, купленный
дырка. Потому что подходящая дверка как-то не смотрелась, я решила, что пока так. Гигантское окно, оно было самое дешевое, но за счет того, что у нас по диагонали здесь эта штука, видите, нам добавили еще один сегмент, что было неожиданно. Я сначала подумала, типа, что с окнами? Все окна как-то себя странно вели. Я вспомнила тут, что у нас все по диагонали, поэтому все логично. И потом я еще вспомнила, что у нас же нету этих коммуникаций, нет воды, нет электричества, поэтому у нас вот такая вот коптилка. Одна. Больше денег не хватило. И вот так вот, да, это все ведро у нас там стоит. И вот одна кроватка. Больше ничего нету. И как раз наши персонажи хотят поесть, помыться. Я вот думаю, что нам делать? Нам нужно на каком-нибудь участок поехать. Во-первых, надо с комплексом мер разобраться. Вот, у нас вот эта штука светится. Что-то тут надо делать, насколько я помню. Что у нас, кстати, сейчас воскресенье. У нас лето, кстати. Я что-то профукала этот момент. Я думала, что у нас весна в разгаре, но на самом деле у нас лето. Вот, голосовать последний сплетник, голосовать за комплекс мер. Мы же еще можем голосовать, мне кажется. Как-то надо это все немножко почистить. Мне кажется, как-то очень грустно. Я заодно увижу, как вообще это выглядит симпатично. Ну, должно выглядеть. Так, у нас здесь это у нас жилой участок, да? Что-то у нас... А вот, общественный. Интересно, там же есть туалет, явно есть. И раковина там должна быть. А это что? Это не кликабельное, да? Не кликабельное. Птёлька, птёлька. Так, ладно. Что у нас тут еще есть? Нам надо, во-первых, покопаться в наших мусорках. Может быть, мы что-нибудь найдем. Пока наш Лори пойдет копаться, ну, в смысле, просматривать. Нельзя, да? Нету. Чего они не пополняются-то? Нам ничего нельзя выкинуть-то? Сейчас мы глянем. Нет, ничего нельзя. Ладно, пока он пойдет смотреть комплекс мер, мы сходим в туалет. Пока его не будет, мы сходим. Так. А ты иди. Как-то ты медленно идешь. А, это просто она мимо проходила. Я думала, эта барышня к нам идет, если честно. Не знаю, почему я так подумала. Дремает, дурачится. Так и нельзя. Потому что мне казалось, что они сами пополняются, вот эти общественные. У нас есть еще какой-то? У нас больше нигде нету, да? Он еще не дошел? Он так медленно идет. Где он там? Он хочет в туалет. Вот так вот идет. Он издевается над нами, да? Верно же? Так, давайте его ускорим. Мне казалось, что здесь есть еще контейнеры. Почему у меня так... Вот, еще есть. Подождите. Он тоже пустой. Может, они в какой-то момент пополняются, слушайте. Ладно, сейчас разберемся с комплексом мер, а потом дальше будем с этими контейнерами. И поедем, наверное, это что-то мусорка или переработка, что-то там такое. Он уже есть хочет. Нам надо еще где-то еду раздобыть. У них же участок, этот, пустой холодильник. Так, а сколько у нас есть? О, 24 очка, слушайте. Ваше, наше, что... Ой, подождите. Оказывается, а где объяснение? У одних персонажей много вещей, у других мало. Что, если каждый мог бы иметь все? Видите, этот велосипед мог бы быть... Ой, нет, не хочу. Зачем тратить? День без воды. У нас и так нету ни воды, ни электричества. Свободная любовь. Помню, старый, когда мы играли на солидные игры, читали, теперь сидятся, ну, теперь что? И что надо принять эти программы, кто читает полноценную жизнь настольным играм и книгам? Ну ладно, давайте. Жизнерадостное сообщество, отдых надо поощрять. Ну давайте. Все, мы все проголосовали. А где за чистоту-то, а? Или как это вообще происходит? Короче, что-то непонятно. Непонятно. Я хотела, чтобы как-то почище здесь стало, а тут как-то не становится. Ладно, поехали. Куда мы тут мы поедем? Ну, давайте отправимся сюда вместе. С Лори надо будет, кстати, в понедельник зайти к родителям, к своим, потому что в понедельник уже будет пополнение, потому что наша Сэмми же беременна. Так, наш Лори уже очень сильно хочет кое-куда, еще он очень воняет. Его выражение лица мне очень сильно нравится. А это о чем-то мечтает. Это все хорошо. Она же в туалет, простите, сходила. Так, и... Подождите, а здесь нету туалета? Серьезно? Вы серьезно? Правда? Как это, на общественном участке нет туалета? Такое вообще бывает? Нет ни единого туалета? Правда? А куда ходить?
Расскажите мне, пожалуйста. Бедная Лори, короче. Вот, за проекты коллективно давайте, она проголосует за все. Вот, сортировать, искать мебель и декор. Ну, пупсичек, ты меня, конечно, очень прости. А что это такое? Что ты быстро... там есть холодильник, он рабочий, вот этот? Серьезно? Он рабочий? Серьезно, вы представляете? Ну, давай быстро перекуси, хорошо. В туалет не сходишь, то хотя бы перекуси. Слушайте, ну это серьезно, как это вообще бывает? Общественные участки без туалета. Мне кажется, я первый раз с таким сталкиваюсь. Ну, ищи тогда мебель, декор. Если что, мы тут можем даже что-то переработать. Вот. Так, ну что, мои дорогие, расходитесь. Бедный Лори, мне его жаль. Честно, в таком положении сейчас не очень удачно. Наш контейнер заняли. Так, что у нас здесь? Рынок, общественный рынок, в котором производители и умельцы могут продавать свою продукцию. Общественный сад или вернисаж. Давайте рынок. Я думаю, что мы... ну, короче, что-то будет. Или общественный сад. Я не знаю, что лучше. Что мы будем что-то производить, я имею в виду свечки. У нас же, вообще-то, это наша Пайпер. Ну, а что мы тогда? А, мы старые добрые. И давайте свободную любовь тоже. Отлично. Надо было еще какую-то инициативу. А, подождите, мы же можем создать какую-то инициативу, да? И пропагандировать ее или что-то такое, да? Так, милый, ты кушаешь и кушаешь хорошо. Хоть кто-то здесь покушает. Потом надо отправить, наверное, Пайпер покушать, чтобы он этот... А он будет копаться. Так, хлеб и зрелищ, гурманы, объединяйтесь, самообеспечение, тренировка с пакетами на голове, пам-пам-пам. Вот. Иногда как программа не совсем экологична. Если комплекс мер будет принят, мы не только получим много новых деревьев. Вот. Вот-вот-вот. Давайте. Я за него сразу проголосую. Не надо же этот агитировать людей. Давайте агитировать. У нас же там, я не знаю, обаяния, наверное, у нас нету. Ага. Так, ладно, мадам. Пайпер, иди тоже перекуси, пожалуйста. Хотя бы овсяночкой. Так, у нас Пайпер сейчас пойдет перекусывать. И ищи, пожалуйста, мебель, декор. Докушивай. И, короче, мы сейчас, наверное, покопаемся в этом контейнере. И поедем на другой какой-то участок. Будем искать с туалетом и душем. Конечно, можно поехать в спортзал. Там гарантированно есть, кстати. Жаль, мы не прихватили коврик. Это для йоги. Могли бы медитацию преподавать. Или йогу. Это неплохой заработок, но нет. Все да, но нет. Давай, копайся. Может быть, мы сейчас вырвем джекпот просто. Так, а ты куда пошла? Хочешь с Лори пообщаться? А, с этой женщиной? Давай, общайся. Нам надо сагитировать ее на этот, чтобы комплекс мер мы приняли. Вежливо познакомься с ней, пожалуйста. Для того, чтобы получить что-то от человека, нужно быть с ним максимально вежливым и учтивым. Бедный Лори, мы его загнобили. И... Серьезно. Короче, ничего мы не получили. Так, у нас еще какой-то фестиваль. Добрый, все. Давай еще, пожалуйста. Я знаю, да, пупсичек. Потом мы поедем в этот. А куда на тарелку дело? Нам нужна тарелка. Вообще, я бы... Нельзя его? Че он не общается с ним? Нам нужен мусор, чтобы загрузить наш мусорник, чтобы он как бы функционировал. И тот, который рядом с нами. Поэтому я странный человек, который собирает мусор. Я думаю, конечно, этот будет вообще не в восторге, наша Пайпер. Ну, что поделать, так, это мы не можем. Все, мы весь мусор. А, нет, не весь мусор. Что это только мусора? Она его и перерабатывать может, и выкидывать в наши мусорники, чтобы их обновлять. Так, все, один раз она копается, он копается. А, еще она пусть покопается. Она так и не поздоровалась с этой женщиной. Я хотела ее сагитировать как-то. Ой, мне кажется, как... Опять! Деталь для эко-улучшения? Серьезно? Давай, ищи два раза, поищи, и все, мы поедем.
Бедный Лори. Я столько раз это повторила, но мне действительно очень-очень жаль, честно. Давай мы тоже проголосуем за нашу инициативу. Я очень хочу, чтобы обновился вот этот район, и он стал большой и красивый. И на этом месте, я так понимаю, на этом месте будет же, да, рынок или сад. Ну да, потому что Лори стоит. Ну что это такое? Так, я, кстати, хотела посмотреть, куда она пошла. Куда-то пить воду пошла. А сколько эта штука стоит? Какое-то там для эко-улучшения. Ай, неудачно. А, у него уже нет очков влияния, ясно. Печально. Сколько ты стоишь? Ты не можешь продаваться, да? А-а. Ладно. Мне кажется, случился конфуз, да? Эй. Да, прости, пожалуйста. Протри за собой пол. Это будет странно. Ой, папа звонит. Не хочу ли я присесть? Нет, пока нет. Нам нужно до понедельника привести себя в порядок для того, чтобы они спокойно пошли на учебу. Для этого им нужна хоть какая-то минимальная вообще обстановочка. Все, тут пусто. Ладно, поехали, наверное, мыться в туалет и все такое. Ну что ж, мы в Оазис Спринг. Я тут сюда вообще практически никогда не езжу. О, кстати, здесь можно купить еды. Если бы у нас были деньги, мы бы купили еды. О-о-о-о. Слушайте, здесь есть гриль. Приготовить. Ну, что-то мы можем. Слушайте, слушайте, это прямо интересно. Может быть, домой купить гриль? Он же работает без холодильника. И без... Это хорошая идея. У нас же без как удобств. А гриль-то работает, и он работает без холодильника. Это гениальный выход. Так, быстренько иди мойся, пожалуйста. Ты можешь... принять горячий душ. Тебе точно горячий душ нужен. Настраивающий вдохновение, освежающий. Вот, взбодрись, пожалуйста, потому что у тебя все не очень. Больше здесь ничего нету, получается, да? Как-то печально. Я думала, что здесь что-нибудь интересненькое может быть. Здесь как-то ничего нету. Они только душ смогут принять. Оба немножко уставшие, грязненькие. Если нам каждый раз придется, интересно. Что, я все-таки не могу продать, да? Блин. Обидно. Очень обидно. Так, давайте посмотрим, что вообще здесь вокруг есть. Как я и сказала, мы можем сажать только то, что найдем, поэтому мы можем поискать. Что это такое? Неизвестно, что это такое. А, это освещение, наверное. Бабочки у нас тут есть. Мне казалось, что здесь какие-то растения могут жить, существовать. Нет? Пока они там принимают душ, сейчас мы все изучим. А что тут, водоема нету? Интересно. Открытого. Что-то мне казалось, что оно напротив. А, вот, водоем. Вот. Вот-вот-вот. Вот, мы здесь можем ловить рыбу. А у нас... собирать воду. Отправься на рыбалку, пожалуйста. Ты уже сходил в душ? Ты как раз... Вот, мы как раз зажарим рыбку. Это не может не радовать. Так. Значит, и Пайпер уже закончила, да? Нет, заканчивает. Так, она заканчивает. Что-то можно было здесь еще какие-то каменючки выкапывать. Что-то можно было. Я помню, я знаю. Не надо бы не обманывать. Что-то можно было. Вот, нет? Да? О, копать. Вот пока Лори будет у нас рыбачить. Хорошее место. Я выбрала хорошее. Во-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 о
вырвать. Посмотрите. Если мы вырвем, мы его просто вырвем, да? Блин. Но мы будем знать, что здесь есть лимонное дерево. А, кстати, вот здесь, по-моему, тоже можно душ принимать. А, нет. В какой-то кабинке можно принимать, кстати, душ. Такой общественный. А здесь что у нас? Хризантема. Ну, тоже мы не можем взять эти... Так, здесь что-то еще тоже есть. Лимонное. Ну, короче, будем знать, что здесь очень даже неплохо. О, еще камешки. Я нашла еще камешек. Мне же что-то с ними можно делать, насколько я знаю. Продавать там или что-то как-то. Какие-то они ценные могут быть. Все, да? Это я уперлась. Так, здесь что у нас? Куст ромашки. Вот у нас есть ромашки, хризантемы. А это что? Просто? Во, копать. Копай, пожалуйста. Пайпер находит кусок известняка. В нем наверняка есть окаменелость. Ага, ага, ага. А что мы можем с этой окаменелостью сделать? Мы можем извлечь окаменелость.
Извлеки, пожалуйста. Находит окаменелое морское. Ага. И что мы сможем делать? Мы можем его продать. Мы можем его продать, отлично. У нас есть 50 симолеонов. Мы можем сейчас точно покушать. Это не может не радовать. Дальше изучаем, изучаем. Этот камешек нет. Вот еще камешек. Отлично. Сейчас мы вообще разбогатеем. Слушайте, можно и в мусорке не копаться. Что у нас здесь? У нас здесь опять хризантема. И ромашка. Ну, короче, здесь есть лимон, хризантема и ромашка. Вот здесь что у нас? Я уже смотрела. Морковь. О, морковь. Это очень нужно. Слушайте, здесь есть. Здесь прям кладезь. Опять лимон. Ну, все равно. Очень круто. Вот этот камушек я уже сказала, и выкопить нет. Мне кажется, уже сказала, да? На всякий случай еще разочек. Чтобы наверняка. Так, что у нас тут? Вот. Я уже вижу, где можно покопаться. Известняк. Угу. Давайте посмотрим, что она там нашла. Какой-то перит. А что мы еще можем с ним делать? Подождите. Мы можем позвонить в географический совет и спросить про образец. А что это даст, интересно? Так, это надо убрать. Тут тоже надо извлечь окаменелость. Мы какой-то отпечаток нашли. О, за 70, да, отлично. Короче, ладно, и эту штуку мы тоже продадим. Ничего страшного. Нам сейчас деньги гораздо важнее, чем все остальное. У нас, кстати, есть еще какие-то детали робота. Вот, мы можем тоже это все продать. В нашем случае это важнее. Так. Извлеки, пожалуйста, окаменелость. И за 45, отлично. Продаю. Слушайте, ну 188 симолеонов мы просто... О, еще и рыбу он словил. Слушайте, у нас есть что поесть. Сейчас мы прям пир на весь мир устроим. Так, идем. Возвращаемся. А что это такое? Так прикольно выглядит. Что, водичку можно искать? О, искать лягушек. Это да. Мы еще лягушек поищем. Хризантема. Надо как-то в какой-то момент сюда вернуться. А если посмотреть, что мы можем? Что оно нам? Нам что-то даст? Или не даст? Опять лимон. Неинтересно. Вот здесь, слушайте, здесь куча всего. Просто куча всяких растений. Здесь прям кладезь. Так, лягушку мы нашли. Ну, лягушку я знаю, что их лучше разводить, перекрещивать. Ну, короче, дальше как-то с ними делать. Что это эффективнее получается. Так, все, я уперлась. Да, тут. А почему здесь мы не копали, интересно? Так, она изучает. Дикое растение, хризантема. Все, да? Это на этом все. Мы никакой не отросточек не можем взять, да? Сейчас проверим. Так, у нас есть лягушка, и все. Мы ничего не можем. Надо приходить, когда она все созреет. Здесь можно прям урожай ходить и собирать урожай. Потому что здесь много чего. Вот, и здесь мы, кстати, можем лягушку. Ищи, пожалуйста. Ищи. Лягушечку. И вот здесь, слушайте, где я вообще нахожусь? Я уже потерялась. Мне кажется, вы от Лори отошли уже за 3500 километров. Он там что-то нашел. Ну, он молодец. Он ловит рыбу, он молодец. А я отсюда сейчас не буду уходить, потому что я потом не вернусь сюда. Я не пойму вообще, где мы, что мы. Но главное, что мы, короче, зарабатываем деньги просто пачками. Мы сейчас больше 200 симолеонов заработаем. Нам этого хватит на душ, кстати. Чтобы вот так вот не болтаться. Непонятно, где. Вот здесь еще тоже. Копать можно. Я уже потерялась. А, вот, мы вернулись. Все, мы вернулись. Так, наш Лори уже не несчастный, все окей. У него уже все окей. У него, мне кажется, тут хорошее настроение должно быть. Он же любит рыбную ловлю. Он же у нас этот. Поймать. Рыбачить на трех участках. Да что ж такое? Участках. Так, что ты у нас тут поймал? Ага. Ты одну рыбку поймал. Да, мой хороший. А ты у нас. Смотрите, какую он штуку для улучшения-то. А, за 120. Вы понимаете? Давай-ка ты что-нибудь у нас приготовишь, пока наш этот придет. Пайпер. А что, тут нельзя эту рыбку, да? Никак, ничего. Только за деньги, да? Это печально. Давайте что-нибудь дешевое искать. Печеные фрукты, кукурузы по-американски, жареные платаны, гамбургеры.
За 17. Дин-дин-дин. Вот, хот-доги. За 13. Отлично. Мне кажется, это... А что ты хотел? Жаришь шашлыки из курицы? Ух. Ты прям этот... Ты прям раскатал губищу. Нет. Давайте рыбу тогда продадим. Раз она нам... Мы её не сможем ни хранить, ничего делать с ней. Не сможем. Ты идешь? Угу, идет, отлично. И тогда отправим сюда. А что ты этот смотришь что-то там? Ты уже все выкопала? Ты вот тут должна еще выкопать. Ты там себе что-то отменила, видимо. Женщина, мы так не работаем. Если что-то назначили, то значит надо сделать. Мы тут, ну, мне кажется, ты тут еще не поискала лягушку. И здесь еще что-то. Че ты, где ты застряла-то? Малышка моя. Ну ладно, она туда пошла. Что-то я ей подназначала, она сама все отменила, такая классная. У нас вот еще тут. Покопай, пожалуйста. Так, и здесь надо покопать. Тут еще работа и работы. Так, а там она таки не выкопала, да? А, Лори только пошел, слушайте. Ток-ток. А что это такое? Что у нас тут? Морковь. Вот, за морковкой я бы вернулась, конечно. Так, все, он точно эти хот-доги решил есть. Хорошо. И потом иди сюда, пожалуйста. Ты как раз придешь к... А, у нас есть наушнички. Кстати, у нее падает немножко досуг. Давайте включим наушники. Как обычно, ретро. Кроме ретро я больше ничего не могу слушать. Это просто улучшает мое настроение. Лично мое. Так. Что у нас? Окаменелость опять. 175! Слушайте, мы тут просто золотую жилу нашли. Еще и не надо в мусорке копаться, вы понимаете? Вот, еще какая-то там лягушка у нас теперь есть. Вот у нас теперь две есть лягушки. 30. Размножайте, давайте, размножайтесь. Песчаные. Со спиральным узором. И что у нас получилось? Вау! У нас вообще тут какая-то дорогая, слушайте. А если ее... А, нельзя, да? Размножение — это мительный процесс. Ага. Так, ну мы какой-то еще в грусти. 100-155. Обалдеть. Обалдеть. И детали робота за 5. Ну, тоже неплохо. Окей, окей. Так, бусинка, ты хочешь спать уже, да? Скоро поедем. Вот сейчас мы покушаем. И как раз нам на гриль, может быть, хватит, слушайте. И мы с собой возьмем, наверное. У нас, конечно, холодильничка нету. А чё ты так и этот? Опять отменила себе действие. Ну что это за человек такой, вот, как она тут ходила? Там нет еще лягушек? Нету, жаль, жаль. Ну так, я на всякий случай спросила. Так, иди кушай. Тогда последнюю эту штуку Лори выкопает. Ты пока дойдешь, покушаешь. Он сейчас сам покушает. Давай два раза покушай, пожалуйста. Две порции. И потом выкопай, наверное, еще вот эту штуку. Посмотрим, что здесь находится. И поедем домой. Раз мы тут хорошенечко пожили. Слушайте, я так удачно приехала. Прям вообще. Я не ожидала, что мы тут такие будем классные. Надо сюда будет приехать через пару дней еще как минимум. Чтобы эти все растения собрать. Потому что мне кажется, сколько там нужно дней для того, чтобы они выросли. Я не помню, честно признаюсь. Но какое-то количество, да, нужно. Ну что ж, наши молодые люди вернулись. Уставшие, хотящие спать. Но ничего. Может, кстати, Лори еще покопается у нас в мусорке. Он не так сильно хочет спать. Я бы еще покопалась. А, у нас же мусор у нас у Сэмми, который очень хочет спать. Она, кстати, еще кое-что тут поднасобрала, когда я с вами рассталась в последний раз. Так, все, выбросился. Это странно звучит, да ладно. Я надеюсь, 5 часов. Не так уж... У нас не хватило на гриль. Вот, кстати... У нас теперь вот такая вот крутая дверь, которая, в принципе, больше соответствует, конечно. И у нас теперь есть типа туалет и ванная даже. У нас есть свой душ. Это самое главное. Я надеюсь, они тут смогут, ну, функционировать более-менее нормально. У нас теперь есть туалет и душ за загородочкой. Конечно, тут, ну, ладно. Они родные люди. И пока все. На больше у нас денег не хватило. Сейчас, может быть, кто-то что-то у нас и найдет. Сейчас покопаемся. Пожалуйста, сходи. И... быстро принять с прохладной водой. Вот. Они, блин, без воды. Мне вот это не нравится. Что у них здесь нет источника воды. Ну, ладно.
Так, что ты можешь покопаться? Давай, ищи, пожалуйста. У нас теперь есть душ, нам теперь не страшно. Мы теперь можем сходить в душ. Нам завтра еще, кстати, на учебу же надо. Мы же помним. Так, угу, за комплекс мир. Теперь она так ходит. Так, давайте их ускорим. И скрестим пальцы. Так, подождите. Очень редкая капсула. Подожди, подожди. Тебе нельзя пока туда идти. Там Лори моется. Ой, наоборот. Там Пайпер моется. У нас какая-то... Что? Что за чудовище? О, главное, что его можно продать. Это самое главное. Давай еще, пожалуйста, поищи. Не мешай пока Пайпер. Дай ей помыться. Ой, слушайте, надо же проверить. Так, ну в туалет она может сходить. Вот. Сейчас посмотрим, сможет ли она в душ сходить. В этом крошечном. Да, все функционирует, все отлично. Идеально. Так, подождите. Деталь робота. Пока душ занят, поищи, пожалуйста, еще. Ты сейчас как раз докопаешься. И что у нас тут? Мы не можем это продать, да? Не. Ну ладно. Не можем, так не можем. Но 200... мы, получается, заработали практически 1000 симолеонов. Просто так, чуть-чуть покопались, чуть-чуть там походили, покопали. А, там еще, кстати, с этими с лягушками надо что-то этот сделать. Все, ты это закончил, нет? А, так, тут у нас обычная, редкая, редкая. Вот, обычную можем продать. А вот эти редкие мы можем скрещивать. Размножай лягушек, пожалуйста. Так, у нас одинаковые получились, да? Угу. Значит, одну продаем. И дальше мы пока не можем размножать их, да? Надо отдохнуть. Я хочу заработать на гриле. Он 600 симолеонов стоит. Самый-самый дешевый 600. Что, мой хороший, ты уже все? Что ты нашел? Скажи мне, пожалуйста. Ты еще не можешь в душ идти, там еще занято. Еще чуть-чуть покопайся. Вот. Как раз Пайпер закончилась. Сходи быстро с холодной водой. И спать ложись. Может, ты сейчас что-то гениальное найдешь? Ну, давайте. Что? Сырье. Отлично. Ну, ладно, из сырья мы что-то можем сделать. Но это в какое-то место надо специальное, по-моему, ехать, чтобы это все у нас было. Так, ну что, мои хорошие, я думаю, что на этом можно прощаться. Сейчас они, на самом деле, принимают душ и лягут в спадки. Они вообще большие молодцы. Мне кажется, я тоже. Я первый раз так много денег с ничего заработала, просто так в Симсах. Я думаю, что мы примерно так и будем продолжать. Что-то садик будем садить и так далее. Надеюсь, вам понравился этот новый челлендж. Я очень на это надеюсь, потому что мне очень сильно пока что нравится. Я прям в восторге, я бы сказала, от этого всего. Вот, надеюсь, вы тоже. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока.